За почти две недели около 1000 обращений. На сегодняшний день в работе всего 1% от этого числа. Отопительный сезон в Одинцовском округе идет по плану. Прохладно лишь в единичных квартирах. Причина – завоздушивание систем. Все МКД сейчас подключены к центральному теплоснабжению. Сейчас работа уже управляющей компании по устранению тех завоздушиваний либо дисбалансов в системе отопления, которые были выявлены при запуске. Сейчас их 19, и на самом деле их с каждым часом все меньше и меньше становится. В Одинцовском округе 20 спортивных объектов. Паспорта готовности на каждый получили еще до 15 сентября. Отопительный сезон начался там вовремя. Тепло и в культурных, и в образовательных учреждениях. Больницы и поликлиники к холодам тоже готовы. Все 58 объектов готовы к отопительному сезону. Проводится ряд... Паспорт готовности был получен еще 13 сентября. Проводится ряд мероприятий. Это у нас сейчас по маршалу Бирюзова, дом 3, происходит замена теплообменников в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. Сегодня отопительный сезон – главная тема на ОТВ. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире заместитель главы администрации округа Михаил Каратаев готов ответить на ваши вопросы. Евгения Августина, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».